Весна – время новых побед. В марте прошло первенство России по бадминтону. Воспитанники спортшколы Одинцова в очередной раз вернулись с победой. У нас состоялось личное первенство среди юношей и девушек до 17 лет, которое состоялось в городе Санкт-Петербурге. Игры были очень трудные. Даже были прошлогодние чемпионы, которые повылетали в первом-втором круге. Но у нас два человека стали призерами. Ярослав и Лада показали настоящее мастерство. Победили в парном и смешанном разрядах. Юные спортсмены упорно тренируются ежедневно, но особенно усердно перед соревнованиями. Каждым соревнованием, особенно такой важности, надо очень сильно готовиться, и не только физически, но и психологически. Поэтому, конечно, была очень сложная подготовка. Раньше у нас было много турниров гран-при уровня 3 звезды. Также у нас было первенство России по 2007 году. Там я с моей напарницей Аюбовой Луизой заняла первое место в парном разряде. Тренировки по 7 дней в неделю. Бадминтон ребятам нравится за мощный драйв. Например, Дима и Егор играют в паре уже около 6 лет. Говорят, что за эти годы научились друг друга чувствовать. А соревнования развивают силу воли и дают уверенность в себе. Во всероссийских, в разных международных, были тяжелые игры, были нет. Мотивирует победы. Я стараюсь быть первым везде. Чтобы достичь своих целей, надо стараться. Ребята из секции бадминтона спортшколы Одинцова всегда в отличной форме. Привозят награды круглый год. Сейчас готовятся к новым соревнованиям, которые состоятся уже в апреле. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».